Дольные березки стоят, как на четыре вам. Стройные березки, стройные березки, что-то шепчут и вам. Травы, травы, травы успели. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное, снежное утро. Снова вызываю солнышко. И как-то оно не очень вызывается. У меня уже столько фоток с этой лавки. И тут всегда разные люди. Видите, там снег. Юлька свой ключ потеряла от домофона. А мой забрала и ушла гулять с Хорой. Я теперь не могу выйти на улицу попить чай. Где справедливость? А там кусочки голубого неба. Видите? Бирюзового прям. Такая красотища. Солнышко! Выходи, женщина, не кричи! Солнышко! Выходи, солнышко! Я его сейчас добью все-таки. Вызову солнышко. Хотя везде в прогнозе погоды написано, что 10 дней, ну еще 9, будет пасмурно. Но я все равно вызову солнышко. Тогда пойду там чай попью на свежем воздухе. Потому что я не могу выйти. Меня Юлька закрыла и забрала мои ключи. Бессовестная девочка. Не знаю, что это. Она мой ключ забирает. Потому что я потом не войдет, если выйдет. Она знает, что я сплю достаточно крепко. Солнышко, выходи! Солнышко, выходи! Чички! Снежок, травка, зелененькая, под снегом. Травы, травы, травы не успели. Птички поют, детки кричат. О, пришла Юлька, можно идти на улицу? Красота! Прям как северное сияние. Такой божественный чай. Черный, листовой, с зеленой мятой. Пришли? Где мой ключ? Я жду вас 2 часа. Где мой ключ? Ключ! А у нас с вами четверг, мои любимые, 17 ноября 2022 года. Международный день студентов. Замечательно. Поздравляю всех студентов. И не забудьте поздравить еще Александра, Арсения и Никандра. Ну, мне кажется, что Никанора, наверное. Или есть такое имя Никандра? Постоянно слышу и не могу понять. Опечатка или правда? Все, видите, небо голубеет, потому что я вызвала солнышко. И солнышко выходит. Вон уже в луже где-то там видно солнышко. Класс. Кто молодец? Я. Хорита погуляла. Теперь я пойду. У нас сегодня -1 градус. Стройные березки. Не знаю, как там я буду. Но, как всегда, он думает за будущее. Как там я буду в тапочках в снегу. И как я буду лавочка вся в снегу. Как я буду сидеть. Пить чаёк. Прилетали уже мои голубочки. Смотрите, почти вызвала. Солнышко, выходи. О, вы уже тут? Прилетали на ту сторону. Я их накормила пшенкой. Смотрите, лавка вся в снегу. Я сюда всегда ставлю чай горячий. И потом так вслед. Меня все так рассматривает. Вот эта девушка. Я постоянно выхожу чай пить, и она выходит, стоит, курит.
И уже даже несколько раз со мной здоровалась. Вон, видите, скоро выйдет солнышко. Если выйдет, то пойдем гулять, поедем. Папочка, готовы мне теплые носки? Ладно, пойдем этот солнышко, потому что не так свежо. Теперь почищу место. И сяду. Я раб. Раб — это тоже имя Бога. Знаете, как у нас говорят Ра, а по-арабски раб. Я раб. Значит так, ой Боже. Красота какая. Обожаю снег. Ну чего там, растаяло? Да, видите, тут такой кружочек от меня остается. Ну и тут, где сижу, палочка. Веточки все в снегу. Как им тепленько. Они спят. Сказка. Елочки наши тоже в снежку. И эти. Солнышко, выходи, солнышко, давай. Сейчас выйдет. Я чувствую. А мы тут можем нарисовать, если на машинках нельзя. Вот. Расчистила тут место для телефончика тоже. Вот. На телефончик ставлю. А там вообще так быстро плывут облака. Если я не посмотрю, как будто медленно едет поезд. Я за ним наблюдал. Пришел купаться новый посетитель. Как-то странно отражается та лужа квадратиками, как матрица. Срывается снежочек с этого. Привет! Они прям зависают надо мной. Знают, что их сейчас кормила. Хорошенькие сидят там, братцы, акробатцы. Возле моего окна тут ходят целыми толпами. Вот такие акробатцы. Не знаю, вот все ходят в таких беретиках. Вон, смотрите, и вон женщина. Не видела я тут женщин. Не в платках. Очень редко. Один раз, по-моему, видела женщину так с бубончиком в шапке. А так вот молодые ходят в шапочках иногда. А вот такие вот уже все ходят в беретиках. Так смешно. Вон там еще одна идет женщина в беретике. В общем, все в беретиках, новгородские женщины. Как будто у них своя униформа. Спросила у женщины, не холодно без шапочки? Она говорит, нет, не холодно, очень хорошо. Да, а я видно только в костюме. Полетели. Красавчики мои. Красавчики. Они от меня не отходят. Окружили со всех сторон. Окружили. Курлыкают. Ну вот. Ей не холодно, а мне холодно. А маленькие девочки ходят в шапочках. А большие в беретиках.
или вообще без головных уборов. А мужики очень-очень редко так вот в шапочках. Ну, молодые пока. А в основном все мужики ходят или в аэродромах, или в бейсболках. Тоже так прикольно. Как в советское время. Люблю вас, мои хорошие. Всем прекрасного дня. Поедем сегодня в город гулять.